Сегодня вся Россия отмечает День защиты детей. Красноярск празднует его традиционным детским карнавалом. В этом году его тема – кинонашествие. По проспекту Мира прошли более 2000 участников в самых разнообразных костюмах. Открывала парад колонна персонажей из фильма «Аватар» в соответствующем гриме. Много участников нарядились в костюмы пиратов. Сотрудники ГАИ впервые предстали в образах супергероев, таких как «Капитан Америка» и «Росомаха». В карнавале участвовала и наша телекомпания «Колонна» прошла в майках проекта «Наши дети». Вместе с сотрудниками были и ребята из детских домов края. Несмотря на то, что карнавал стартовал в дождливую погоду, после начала шествия дождь прекратился, чем порадовал участников и зрителей. Замечательно, очень веселый праздник детский. И для нас специально дождь прекратился, чтобы детишки наши порадовались. Прям здорово. Это солнечный праздник детства, да? Да. Мне нравится. Очень.